состоялась презентация, защищенная от сторонних воздействий современной 35-киловольтной изолированной кабельной линии с более низкими эксплуатационными расходами, впервые в Азербайджане проложенной открытое акционерное общество «Азаришев» в поселке Сугоушан Тертерского района. В презентации приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Председатель открытого акционерного общества «Азаришев» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства первой леди о проекте.